Любопытно, что буквально на следующий день после выборов из ЕС пришла позитивная новость. Совет Евросоюза утвердил решение подписания с Беларусью визового соглашения. Текст постановления опубликован на сайте официального журнала ЕС сегодня. Таким образом, после вступления соглашения в силу визовый сбор для белорусов автоматически будет снижен до 35 евро. В зависимости от цели поездки, многие категории граждан могут быть и вовсе освобождены от уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Вскоре ожидается назначение лица, уполномоченного на подпись под договором. Документ вступит в силу через 2 месяца после принятия обеими сторонами.